Понимание того, что с русскими нельзя вести диалог... Вот, скажем, Грузию пришла намного раньше, чем Украина. Да. К сожалению, потому что мы были первые, которые столкнулись с российской армией в 90-х годах. И практически 400 лет воюем с Россией. Угу. И понимание того, что Россия не может договариваться, есть. Сейчас это есть и в Украине. Yeah. Сейчас нам главное убедить весь остальной мир, который еще не столкнулся с агрессией России, що говорять з Росією, не нільзя. Вітаю! Я Іван Семисюк, і це інструкція війна, світоглядне шоу про Україну та українців під час війни. Наш сьогоднішній гість грузинський воїн, який б'ється за Україну. Що нас об'єднує? Спільний ворог і спільне бачення свободи. Бо свобода це і є наша сакральність. Тож українська святиня Софія Київська, де ми зараз знаходимося, чудово підходить для розмови з командиром грузинського легіону мамукою Мамулашвілі. Пане мамуко, вітаю вас і дякую, що завітали. Розкажіть трошечки про грузинський легіон, щоб просто пояснити глядачам, так Як давно він існує, і скільки людей в ньому? Грузинский легион существует в Украине с 2014 года, он был создан ну, в 2014 году. Сейчас Грузинский легион ⁇ самое большое иностранное формирование украинской армии. Сколько людей? Более 300. тысяч. Аллаш там не только грузины, если быть правильно? Грузины составляют где-то 60%... А кто еще? Там еще 32 разные другие национальности. Да. Но это ребята в основном, которые... Получили більшої бойовий опит в своїх странах і потім приїхали служити служить у нас. Ну, це можуть бути іноземці з Європи, із Америки, із Японії, із Кореї. — І японці? Да. Правда? Так. Да. собі. Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, якщо у нас є такі іноземні групування, то чи є вони нашого ворога, у Росії? Тому що я про це нічого не знаю, що в них з цим? Ну, во-первых, мотивация, с другой стороны, я не думаю, что настолько высокая, чтобы туда приезжали воевать иностранцы. Хотя, пару людей, которые хотят наживиться на войне, есть. Mm -hmm. А, и, идеологично заряженные люди. Я знаю, что ранее там из Петербурга Америки, и всякие коммунисты, и так далее. Знаете, в основном из стран, которые сейчас поддерживают Россию, это Латинская Америка, какая-то часть Латинской mm -hmm. Америки. І країни не третього, а далі четвертого міра, навіть ідеології там нету, так як у самих росіян нету ідеології. Mm. Uh. От Грузія зараз прийняла багато росіян, так ну, mm -hmm. ну от коли котрі втікли з різних причин в Грузію. Як ви до цього ставитеся? І чи не змінилася атмосфера в Грузії, та? через те, що росіян стало набагато більше? В Грузії змінилось правительство десять назад, которої на даний момент. ведет пророссийскую политику. Mm -hmm. То, что касается самого населения, оно стопроцентно антироссийское. И вот этот диссонанс, он вызывает большие волнения в Грузии, потому что большой нахлыв так называемых туристов. На самом деле российской агентуры, которая работает в Грузии. И довольно сложная ситуация в данный момент, потому что люди не относятся толерантно к заезду вообще русским, к русской речи на mm -hmm. улицах. Или, или же вообще к чему-то русскому. Грузия не забыла 90-е годы, Грузия не забыла 2008 год. Так что говорить о том, что Грузия как-то выносит то, что сегодня происходит, я думаю, излишне. А как вы думаете, существуют такие россияне, так, которые приезжают в Грузию, и они способны принять грузинские правила игры вообще, или нет? Знаете, у русских есть такая черта переобуваться. Есть и такие люди, которые ведут себя якобы подобающе. На самом деле ментально они поддерживают оккупацию и Грузии, и Украины. И я думаю, абсолютно начиная mm -hmm. с двухлетних детей. Так что говорить о том, что русские как-то могут поменяться, нет. И грузины это хорошо понимают. Угу. Они понимают это, потому что м -м, их этому учили. Они на генетическом уровне понимают, что русские — это враг. Грузины да. это понимают, да? Є смисл з росіянами взагалі говорити в такому разі, наприклад, переконувати в чомусь? Чи абсолютно? Ну тобто, ми ж говоримо фактично про дегуманізацію та росіян. Тому що, ну, якщо ми не можемо з ними говорити, ми не можемо їх нічому переконувати, постає питання. А це люди взагалі чи ні? Пані того, що з рускими нельзя вести діалог, от, скажімо, Грузію прийшла намного раніше, ніж Україна. К сожалению, потому что мы были первые, которые столкнулись с российской армией в 90-х годах, и практически 400 лет воюем с Россией. Mm -hmm. И понимание того, что Россия не может договариваться, есть. Сейчас это есть и в Украине. Yes. Сейчас нам главное убедить весь остальной мир, который еще не столкнулся с агрессией России, что договориться с Россией нельзя. Нельзя вести дипломатические диалоги. Мамуко, ваша професія вона пов'язана зі смертю. Тобто, зрозуміло, смерть супроводжує вас, так? Ну, Скільки ви живете? А, оцей кайф від знищення ворога він у вас є? Чи це холоднокровна така історія? У мене, це було 14 років, коли я вперше попав на війну. Угу. Після цього, я думаю, що немає Ну, удовольствие это приносить вряд ли может кому-то. Но понимание того, что это надо сделать, есть. Но я очень хладнокровно отношусь к войне. А скажите, вот с 14 років, когда вы впервые опинилися на войне, <coughs> и ваше ставление до смерти изменилось, или нет? Какое у вас ставление до смерти? Смерть – это что? <свет> Абсолютно не изменилось, потому нет? что о... Даже в том возрасте я понимал, что Россия враг, и надо с ней бороться. Так что отношение было соответственное. На войне или ты убиваешь, или убивают тебя. Так что да, на войне чем она отличается от всего остального мира? То, что все очень легко. <как> есть ураг, и есть идеология, за, за что ты борешься. Да. А боремся мы за мир. И есть момент присутствия на войне. То есть люди не думают про вчера, про завтра, она просто воюет, правильно? она воює за, за завтрашній день. У нас є рубрика м, річ, коли гості приносять з собою щось, що ми mm. можемо обсудити, а, щось біографічне, можливо, пов'язане з війною. Я знаю, що ви її не принесли з собою, але ми її покажемо. Що це за річ така? Це символічний рисунок, який нарисовал український ребенок, і подарил мені його, когда Мы выходили из боя в 2015 году. <как> вот это очень символично для меня, потому что это говорит о, о целостности наших, наших стран, ментальной целостности, mm -hmm. так как мы боремся за одну идею. А это малюнок э, в каком году был намалеван? Это 2015, как я помню. А, -а, -а. и эти дети уже доросли? Да, и э, знаете, эти дети тогда уже понимали, что грузины приехали помогать. И это маленькие дети, которые учатся в школах. П'ять-шість лет. І для мене це очень символічно. Тому що я зрозумів, що українці почали розуміти, хто є. Це очень важливо, хто є у Раду. Так, да, і це було, був тяжкий момент нарешті це зрозуміти. Здавалося, очевидні речі. Так, звісно. Да, От ми трошки поговорили про тут і зараз. І давайте торкнемося причин. Чому все відбувається так, як відбувається, які тому причини? От дивіться, Грузія, Україна, Молдова, Сирія, Чечня безліч а, точок на планеті, куди а, влізли та, зі своїми правилами, так би мовити, гри. От Росія постійно воює так, з одного боку. А, чому Чому вона воює, якщо вона може всіх купити за гроші? Во-первых, це дешевле. потому что человеческие жизни не имеют абсолютно никакой ценности для России. И она выбирает путь, который дешевле из коммерческого, э, торгового более менталитета и варварского менталитета. Они выбирают путь, который приносит финанс... меньше финансового урона. То есть война дешевше? Да, война дешевле, чем э, купить кого-то. она дешевше, если она успешна. А когда ты проиграешь, она стоит дороже? Она становится намного дороже, Сейчас чем... Просто Россия в данный момент и в данном случае она не рассчитала свои силы. Россия не была готова с тем, чем она могла столкнуться в Украине. Из-за неправильного <coughs> подхода, наверное, спецслужб, которые доносили, что Украина <coughs> в какой-то мере пророссийская и ага. может как-то повернуться. Ну, после применения силы как-то повернуться э, к российскому услу То есть мы можем говорить про низкую э, якость спецслужб, по сути, да? Грязных российских спецслужб. Я думаю, это более э, благодаря российской коррупции. Деньги, наверное, а -а -а. которые выделяются на спецслужбы, они также... <клышленные> прожираются, я бы сказал, как ну, и так. все остальное в России. Так что, я думаю, благодаря российской коррупции и благодаря совместным усилиям мы эту войну практически выиграли. Угу. Мамука, скажите, будь ласка, если можете, как саме вы стали воином с 14 років? Это же очень рано да? для войны, сдавалось. Ну, знаете, у Грузии никогда не было такого большого человеческого ресурса, скажем, как у Украины. Да. В Грузии дети использовались в войне э, и, э, намного раньше, веками раньше, чем я попал на войну. Так что, Это традиция? Традиция. Цари Грузии участвовали в войнах, когда они были царями в 13-14 лет. Uh -huh. И э, знаете, ну вообще на Кавказе есть такая традиция, очень много детей воевал, так как народы Кавказа они многочисленные, и всегда был кризис в человеческом ресурсе. Mm -hmm. вот. И детей с самого детства обучали войне. В моем случае, ну, моя семья практически воюет на протяжении веков против России. Вся наша семья была расстреляна при последней аннексии России в начале XX века. Вот. Нам пришлось поменять фамилию. И Практически, я даже не зная историю, я чувствовал на генетическом уровне то, что русские нам не друзья. Угу. Вот. Меня этому обучал отец. И, и военному делу обучал отец. Соответственно... Война — память, по сути. Я думаю, да. Потому что у меня практически, насколько мы знаем э, наше современное поколение, у нас не было никого, кроме военных в семье. 92-й год. Российско-грузинская война про которую тут в Украине сейчас э, мало кто помнит, и тогда не очень понимали, да, что uh -huh. происходило. Я так понимаю, ваша родина брала участие в этой войне, правильно? Да. Yeah. Э что это было? Что это за была война? Про что она была? Это была такая же война, которая сейчас идет в Украине. Просто медиапространство, оно было настолько узким, и особенно вокруг Грузии, что мы эту информацию вынести не смогли. В Грузии происходили точно, точно, тот, точно тот же сценарий, который сейчас происходит в Украине. В 90-х годах не было медиа, во-первых, так развито. Ну, да. И этот конфликт не вызвал особого резонанса. Да, на вещь в Украине, да. Так что Грузия практически сама воевала с одной из самых больших армий мира. Угу. Единственные, кто пришли нам на помощь, это украинцы. и, Соответственно, мы сегодня здесь. Угу. Дякую вам за це. Мамко, от воїн це скоріше ну, професія чи природне покликання. Я до чого? Чи будь-хто може стати професійним воїном, чи це не кожному дано? Я думаю, що ні, все-таки воїн це не професія. Воїн — це ідеологія, це mm. стремлення допомогти кому в першу чергу. І наша найважливіша це спасти більші життя. На войне. И, к сожалению, это происходит за счет нашей жизни и за счет жизни наших ребят. Чем еще отличается война, это то, что, скажем, в грузинском легионе мы набираем только профессионалов. Мы, <как> мы не берем ни профессиональные штаты, ага. соответственно, траты личного состава у нас самые низкие. Ага. Статистически у нас самая высокая статистика по уничтожению врага. И, знаете, мы создали прецедент того, что можно использовать опыт разных стран, военный опыт разных стран, и вот эта комбинация называется «Грузинский легион». Угу. Вы в Украине с 2014 -го года, да? Я да. <связываю> <связываю> Дивите, вы воюете, вы живете тут очень давно. Відчуття дома уже еле вас впечатлишь, что Украина – это все-таки дим, че вы в гостях, якби? Знаете, в гостях я себя не чувствовал, потому что самого начала. С самого начала. Mm -hmm. Я не знаю, как это происходит, но внутренне ты или чувствуешь себя, что ты не часть этого общества, или не чувствуешь. Mm -hmm. Так что с самого начала мне было комфортно, потому что ментально мы очень похожи. Угу. А в чем у тебя схожесть? Ну, если коротко в нескольких словах буквально. Что у нас обмен? Я думаю, вот доброте. Мы добрые. Да. Серьезно. Мы добрые. Али при том? Это интересно. Я думаю, это очень трудно объяснить. Просто это чувство того, хочешь ты помогать кому-то или нет. Угу. И единственное, что тебя побуждает это делать это доброта. І ти чувствуєш таку доброту. Мука. Я шукаю таку коротку формулу цієї війни від кожного гостя. Угу. Чи не могли і ви дати таку коротку формулу? От в чому смисл цієї війни, російсько-української, для Грузії? Коротка формула. Я б об'єднав це все і сказав, що у нас саме прошла. Я после приезда в Украину углубился и в историю. Казаки воевали и в рядах грузинской армии, uh -huh. царя грузинской армии. Так что у нас очень тесные исторические связи. И формула в том, что сегодня Грузия зависит от Украины. Uh -huh. Сегодня Грузия зависит от того, как Украина сможет справиться со злом. Вот. И мы часть этой войны. Тобто майбутнє Грузії залежить uh, від того, як закінчиться війна в Україні. Uh -huh. Безумовно, це та формула, чому тут знаходяться грузини. Uh -huh. Мамуко, прийшов час uh, контрбліцю. Контрбліц в нашій програмі, це коли гість ставить питання ведучому. А це питання може бути будь-яке, навіть інтимне або широке, філософське. Якщо у вас є таке питання, я готовий відповісти на нього. Ви вважали а, Росію другам цієї війни? До війни, до 24 так. лютого, так? Ні, 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 я й маю виду до 2014 року. Ні. А, у мене є така сімейна історія. Річ у тім, що. А, Частина моєї родини походить із Санкт-Петербурга, і з ага. Росії, вона бабуся. І коли ця бабуся познайомилася з моїм е, дідом, ну, тобто по іншій гілці, українцем з, з Київщини, з села, вчитель української мови математики, вони познайомилися, і він так поговорив з нею, а потім сказав: ви знаєте, вона, хоч і росіянка, але людина непогана, скільки в цьому досвідом, типу, що. Дивно, русське, а чоловік неплохой. Да. І от в цьому дуже багато болю. Це в цьому голодомор, в цьому репресії, в цьому все, весь наш досвід такий. Тому ні, я їх друзями, звичайно ж, ніколи не вважав. Це і називається генетична пам'ять. Так, що вона, якщо б ви давно слышали історію, я думаю, у вас було б бы ж мені. Ви дивитеся інструкція війна на каналі Антропологія. Цього разу ми говоримо про. Війну з паном Мамукою Мамулашвілі, командиром грузинського легіону. Мамуко, ми поговорили про тут і зараз ситуацію в моменті. Ми трошечки торкнулися причин, і час поговорити про наслідки, тобто про майбутнє якусь е візію грузинського та і українського майбутнього. Добре, це складне питання. Всі його ставлять. Що треба зробити з Росією, щоб вона зупинилася? У вас є? Все, пробу, какая-то идея, концепция, думка? Знаете, я думаю, что Россию не надо, то есть не надо не только остановить, а Россию надо развалить на фрагменты. И я думаю, Украина с этим уже справилась, так как Украина показала достаточно недружелюбный прием России. Токсичный, дуже токсичный. Да, да И Россия поняла, в принципе, что Советскому Союзу не состояться вновь. Это говорит о том, что империя, если она не становится больше, она разлагается на фрагменты. И как раз вот этот процесс уже значит Россия. Это закон, да, только так. Да, конечно, исходя из истории, ну, все империи, которые не расширялись, они распадались. То есть мы можем ожидать на появление белгородской народной республики, например. Безусловно, а? я думаю, так и будет. Не, не, не в белгородское дело, а дело в том, что Россия состоит из народов, которые абсолютно не имеют ничего общего с ней. Да. Это ни ментально, ни физически, ни генетически это народы абсолютно чуждые и э, практически они сегодня заложники России. Из-за боязни, из-за испуга они просто боялись и боятся пока еще говорить о независимости. В свое время Чечня начала об этом говорить, и практически вот это сопротивление русские погасили, подкупили, можно сказать. Так что это неизбежный процесс, который уже начал. Mm -hmm. Украина показала пример, что Россия, Россию можно победить, и Россию можно победить очень быстро. На цьому примере, я думаю, що всі сейчас, республіки, входять в Російську Федерацію, рано чи поздно почнуть требувати своєї независимості. Да, до речі, Росія дуже сильна своїм, своєю гіпнотичністю. Таке враження, що це гіпноз, от дійсно що насправді Це страх банально. — Природа цього гіпнозу страх. Звісно, у людини чолов... є фактор страху. которые используются Россией. Это репрессии, это расстрелы, это убийства в современном мире уже политические убийства, в том числе. И Люди их боятся. Потому я очень люблю Грузию, потому что Грузия не подвержена этим страхам. Даже сегодня Грузия трехмиллионная страна и не смогла, и, и, и смогла то, что показала, что России нельзя бояться. А Україна в свою очередь показала, що вона може розложить Росію. Розложить да. е, уявіть собі таку ситуацію, що Росії нема, Москва зруйнована і немає цієї споконвічної війни, та, на котрій ви перебуваєте, ваша родина і там Грузія 400 років. Особисто ви що будете робити? Ну, тобто, це вихід на пенсію, як воїна, що таке пенсія для воїна? Чи ви знайдете собі е, ну, нову війну? Я не знаю як. Знаете, Россия не заканчивается в России. Этот менталитет распространенной агрессии и убийства да, он да. довольно широко разбросан. Мы будем бороться с этим менталитетом пока э, есть. Украина сделала то, что она сформировала. Вот такое э, э, военное соединение, как грузинский легион, который в будущем сможет бороться с российским менталитетом. А може бути таке, що Грузинський Легіон колись стане частиною Збройних сил Грузії? Ну, я в цьому. уверен в тому, що Грузинський легіон стане частиною Збройних сил Грузії. Mm -hmm. Я в этом очень уверен. І я думаю, он, будет, он и есть частью Збройних сил України. Да. Перенесені в Грузію, я в этом уверен. Для цього потрібна зміна влади в Грузії, очевидно, так? Так, mm, яка да, uh, очень скоро пройде. Думаєте? Да, <гум> е багатьом ветеранам тяжко. Повернутися до цивільного життя, так? тому що не, не всі є природженими воїнами. Так? Хтось цивільна людина пішла, відвоювала і далі їй повертатися в цивільне життя тяжко. Що би ви порадили, як взагалі можна допомогти таким ветеранам, котрим тяжко повернутися в нормальність в цивільну в цивільне ну, життя? Була навіть своєобразна програма по допомозі ветеранам. Тут у нас в Украине, да, в да, мы сами общались с ветеранами. Знаете, отношение общества к ветеранам оно довольно болезненно. Их почему-то считают больными людьми. Mm -hmm. Это не больные люди, это люди, которые приняли опыт и могут принимать решения в разы быстрее, чем человек, который не прошел войну. Этот опыт Доч это нужно использовать в обществе. И э, это люди, из которых могут быть и могут стать очень грамотные политики. Ага. И как раз вот этот опыт надо использовать э, во благо страны. Так что подход общества к э, э, ветеранам, я думаю, должен немного поменяться. Mm -hmm. Я, в свою очередь, скажем, сужу из своего опыта. Многие из них, многие из ветеранов, они становятся или начинают пить, или начинают использовать наркотики, понимаете? И я чего бы я не рекомендовал, я скажем, алкоголь вообще не пробовал в жизни никогда. Ни разу? Никогда вообще. И э, отношение к наркотикам такое: же. на трезвый ум можно э, перебороть те страхи, которые, фобии, которые появляются э, после войны. От Україна зараз дуже швидко змінюється, і, вочевидь, дуже скоро зміниться і політичний ландшафт. Як ви думаєте, от ветерани, котрі повернуться з війни, вони здатні поміняти цей політичний ландшафт зовсім докорінно, так, щоб ми інакше дивилися на політичну корупцію, наприклад. Ага. От. Чи можуть зробити це ветерани? Такали, человек, сила. человек, отдавший часть своего здоровья и готовый отдать свою жизнь, он может нести оценок своих изменений и в политическую жизнь. Поэтому я бы рекомендовал, чтобы потенциал этих людей максимально был бы использован в политической сфере. Угу. Это люди, которые смогут принимать быстрые решения, это люди, которые смогут бороться с коррупцией, с которой они столкнулись сами, будучи на войне. Так що це ресурс, який використовувати. Угу. От Українські Збройні Сили взагалі, ну принаймні, в медіа, вони виглядають значно більш людяними, ніж, э, ну, ну, ніж росіяни. Ну, це зрозуміло, бо це так і є. От, але э, чи можна на війні озвіріти від ненависті та, до росіян, тому що їх є за що ненавидити? И вот как самому не перетворитися на русского в этом смысле? Во-первых, нужно помнить, в первую очередь, за что ты борешься. И это тебе не даст превратиться в русского. Русский — это эталон варварства. Ну, эталон воина я бы сказал. Боевого хлопа, как говорят иногда. Да, наверное. Вот в грузинском легионе мы набираем ребят, которые прошли, у которых есть боевой опыт. Mm -hmm. Я лично провожу собеседование с каждым человеком, чтобы избежать людей, которые приехали просто убиваться. Для uh -huh. нас это неприемлемо. Для нас приемлемо делать это хладнокровно. Не делать это, исходя из эмоций. Не делать это потому, что ты кого-то ненавидишь. Русские очень расчетливые. И э, в Грузии, скажем, они рассчитывали на эмоциональность людей да. в свое время и пытались э, как раз на этих эмоциях э, бороться, э, сражаться с грузинами. Мы на протяжении веков научились быть хладнокровными. Скажем, меня этому учил мой отец. Угу. И э, в общем наше подразделение, оно хладнокровное. Mm -hmm. Ми не використовуємо емоції, ми не делаємо то, чого важдають рускіло. Мука, ось, напевно, найголовніше питання нашої бесіди. От для українців поняття свободи, зокрема, індивідуальної свободи, як проясняється, дуже важливе. Іноді здається, що це навіть війна не стільки за там батьківщину, спільну домівку, але це теж як за. индивидуальную свободу каждого из нас. Вот что такое индивидуальная свобода. Вот для вас, як для грузина. Вот и, и как на правильно этой свободу пользоваться? В первую очередь это не анархия. Это чувство того. Вот приезжающие в штаты, когда я в Перу я давно поехал в штаты, было ощущение того, что там есть свобода. Я не знаю, как это ощущается. На каком-то уровне ты понимаешь, что Тебя, тебе не крутят руки. Понимаешь? И э, вот это ощущение есть у рожденной Украине, и у каждого украинца. В какой-то момент оно просто взорвалось и начало свое движение к независимости и к свободе. И э, вот это и называется, на мой взгляд, э, той внутренней свободой, которой, которой должен обладать любой человек. Но которой нету, вообще априори не было у русского человека. Николы. Который подвержен просто подчиняться и быть рабом. Угу. Я это говорю не потому, что я их ненавижу, а я это говорю, потому что объективно так оно угу. и есть. Это люди, которые созданы для того, чтобы подчиняться. До речи, в приводу этому в российской культуре тема свободы, она ну, слабо проговорено. Так, для украинцев это очень вот тема, свобода. Для грузинів очевидно, да, для многих. А у россиян тема свободы, она не является частью культуры, фактично. И вот это, мабуть, говорить говорит про все. Это естественно, потому что Россия никогда не боролась за свою независимость. Действительно. Это группа людей, которая просто собралась, которая просто согласна быть э, рабами. Я бы не назвал это национальностью, я бы это назвал большой группировкой людей. Это большая группировка людей, которая умеет подчиняться, умеет умирать за того, кому они подчиняются. И это и есть вся суть России. С вами было Святоглядное шоу «Инструкция. Война» на канале «Антропология. Від Суспільного». Не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. І на соцмережі теж підписуйтеся, вам точно сподобається. А в коментарях можете подякувати грузинському легіону і грузинському народу за те, що вони разом з нами. До зустрічі!